Ребята, всем привет! У меня для вас очень классная новость. Я так ждала, когда это случится. И это свершилось! Девочки-участницы из группы Фарфор выпустили свой новый клип, ура! Песня называется «Налегке». Эти девчонки заставляют нас замереть у экрана. И не отрываясь, смотреть клип снова и снова. Такого вы точно еще не ожидали увидеть. В общем, не скажу больше ни слова. Просто переходите в описание. И смотрите этот новый клип. Он просто бомба. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы встали раньше, чем обычно. Маргуша сегодня идет в поход. Да? В поход. Обязательно не забудь взять этот спрей от клещей. Да? Крем от солнца. Потому что там солнышко. Доброе утро. А ты можешь еще поспать. Минут так 20. У меня еще есть. Ксюнчик, может еще поспать минут 20, если хочешь. Тебе еще рано. Не замерзла ночью? Замерзла? Ну вот видишь, я же говорила, что замерзнешь. Возьмешь кепку. У нас тут розовую, черную какую. Выходить скоро. Маргарита, тебе через 5 минут выходить. Опять Ксюшка несет в школу слаймы. Вот один единорог. Мороженка ванильная. Такое вот. И интересно, мальчик попросил черно-белое. Черно-белый слайм. На корову похож. Либо на далматинца, да? Да? Он смешает, у него серый получится. Даже и такой браслетик черный, да. Тоже можно белый и черный. Угу. Там еще внутри пенопластовые шарики белые. Вот, так что рюкзачок складываем. Аккуратнее. Тебе еще рано, Ксюнь? Тебе еще... 15 минут. У нас сегодня опять картон выкидывают. Все? Какой ты возьмешь? Да вот. Кепочка где твоя? В моей комнате ты ее. Кепочку принеси, да. Какой возьмешь? Вот этот? Столько картона у нас собирается за один месяц. Можешь внести? Еще плюс эти. Давай, я открою тебе. Ну, она легкая же. Страшно. Все, пока. Давай, пока. Удачи. Хорошо тебе погулять. И маршмеллоу пожарить. Вкусняшку такую нам принесешь? Че сидишь, ждешь? А вы в поход пойдете? Когда? Не знаешь? Не пойдешь? Почему? Да, мы пойдем в лес. В лес пойдете? Нет, в лес не надо. В лесу очень много клещей. Тем более в этом году обещают, что будет очень-очень-очень много клещей, чем в прошлом году, еще больше. Но сегодня последний денек. Потом суббота, воскресенье отдыхать. Да, только твоя отдыхать. И потом пешком, потом отдыхай, потом пешком. А потом каникулы. Пока. Доброе утро. Такие смешные утром. Такие сонные. Особенно вот этот вот. Такой сонный утром. Всю ночь они не спят. Но потом днем сонные. Сонные мухи. А? Привет. Тебе за ушком почесать? Почесать за ушком тебе. Так вот.
вот ушастый. Ты ушастый? Ты ушастик? Ах ты ушастик. Ушастик, ты ушастик. Ладно, спи давай. Спи давай. Спи. Так. Вот они более. Отпускай ее, смотри, у нее сколько здесь места побегать. Она мне кус сделала. Она прям цвета этого пледа. Нет, серенькая. Нет. Осторожно. Но она не сильно кусается, она слегка, да? Да, да. Она так еще прикусывает. Видимо, тебе хочет дать знать, типа, убери руку. Эй, ты куда пошла? Пусти, пускай бегает на кровать. Кровать большая? Кровать большая? Беги куда хочешь. Только не писи мне на кровать, ладно? Ты вчера написала Ксюшке на кровати. Нет, туда нет. Туда, туда осторожно. За бугор-то не ходи. За бугор не ходи. А, Кикусь. Кикуся ее. А, вот она меня, видишь? Видишь. Она когда не хочет, когда ты ей не даешь кусает пройти, она кусает. А так, если она слегка, то тик. Да, она прикусывает, не больно. Лазина может укусить. Давай, давай, побегай, побегай. Интересно, она в колесике бегает в этом в колесе? Посылки? Раз нужно, конечно, твое. Как раз нам очень-очень нужен Борокс. Пошли на улицу. Пойдем. Ну пойдем на улицу. Макси, позови Ксюшу на улицу. Ну пойдем. Ну пойдем. Хорошо. Ну пойдем. На велике кататься. Пошли. Пошли на велике кататься. Мороженое пойдем покупать. Пойдем покупать мороженое. Все, Ксюшку только так можно выгнать на улицу, если купить мороженое. Да, а сегодня учился первый раз, у него есть такой маленький вентилятор. Вентилятор? Да, но первый раз сейчас. Что, так жарко было, что ли? Очень, знаешь, сколько у нас в этом классе градусов? Сколько? 30. Классе. Душно, конечно. У вас там кондиционеров нету? Нет. Угу. Все, ладно, пойдем мы гулять. Хотят покупать. Очень дорого. Очень дорого. Да ладно. Мама, не доверяй. Встаем в велике. Ребят, представляете, у нас два велосипеда забрали. Мой велосипед забрали и папин велосипед забрали. В общем, видите ли, на наших велосипедах не было нашего имени. И да, в общем, агентство, вот мы же здесь же в аренду сдают квартиры. В общем, агентство, вот это вот, чей это дом, значит, они проверяли, приехали. Если велосипед стоял без имени, значит, они посчитали, что это велосипед ничей, и забрали наши велосипеды. Только непонятно, почему тогда не забрали вот этот велосипед, потому что он тоже без имени Ксюшкин. Маргаритин без имени тоже. И вот эти все наши детские велосипеды, они без имени стоят. Но почему-то забрали только наших два велосипеда, папин и мой велосипед. Теперь я не знаю, как их вернуть. И, не знаю, нужно звонить, разбираться, почему это, с какой стати они забирают наши велосипеды. Поможешь, я боюсь опять. Давай. Тогда уж они в таком случае должны были все велосипеды забрать, правильно? Да. Но почему-то они забрали только два. Вот такие вот дела, ребят. Так что мы остались. На тормоз не нажимай, на тормоз. Ну тут вот стояли наши два велосипеда, никому не мешали. Да, теперь стоят вот эти чужие велосипеды, а наши велосипеды забрали. И просто ничего нам не сказали даже, не предупредили, никакого ни письма. Поехали. Будем делать с Маргаритой базу, потому что... Да, у нас сейчас очень много заказов и... У нас база закончилась. И это наш последний клей. Надо заказать еще. Ну, нам хватит как раз для нашего заказа. Надеюсь, хватит. Сейчас там этот нальется в ручку. Надо вот так вот чуть-чуть наклонить, чтобы она вылилась из ручки. А, да. Угу. Теперь вот так, видишь, льется сколько. Вот здесь литра 4. Ой!
заканчивается, тоже надо купить. Сейчас. Очень хороший запах у шампуньки. А, тоже заканчивается. Все заканчивается. Так, все? Размешивай хорошенько. Я там, я сейчас принесу борокс. Только ты туда не лезь, хорошо? Борокс, борокс. Это этот, вот этот борокс сегодня мы получили, нам прислали. Да, и он работает. Ура, представьте наконец-то. Себе, наконец-то мы нашли борокс, который работает. А там на сайте было написано, что это для сна? Да, там было написано для сна. Ага. Да, хорошо. Я надеюсь, всё. Он загущает. Давай быстро-быстро замешивай. Я боюсь, что брызнет. Прям вот так вот боюсь. Нет, ты мешай просто. Я не говорю, чтобы ты расплескала все. Просто мешай. Ну, смотри, со стены кожи. Сейчас папа приедет, скажет нам, какие слаймы заказали, нужно будет слаймы делать. И знаете, я замечаю, что сейчас очень много приходит заказов, и мне кажется, что нам сейчас нужно начинать уже заранее делать слаймы, которые у нас на сайте, потому что мы когда начинали, у нас был один заказ, два заказа, там три заказа, и поэтому мы заранее не делали слаймы, потому что не знали, какие будут заказывать, чтобы они у нас не стояли. И сейчас у нас очень много заказов, там каждый день по 15, по 20 заказов, да. И да, и поэтому я считаю, что нам нужно сейчас делать. Как раз мы сейчас купим клей, купим литров 20-25 и заранее уже сделаем все баночки, да. Нужно еще посмотреть, сколько у нас баночек там. Все, ребят, сделали мы вазу. Сейчас она немножко настоится. Комочки растворятся. И все. Мы будем делать слаймики. Да, вон туда вниз поставь. И потом чуть позже, на завтра нужно слаймы делать. Сейчас папа приедет, мы покушаем, потом будем делать. Окей? Ты спишь, что ли? А? Так кто у нас шишечку набил себе? Ну-ка покажи. Вот такую шишку набил себе. Столкнулись лбами. Папа пришел. Такое. Он об тебя ударился? Да. А у тебя где шишка? Вот. У тебя нету, да? Все, не плачь. Не плачь. Где он ударился? Где он ударился? На мое. Ты с твоей головой ударился? У Каролины ничего? Con ella, con cabeza. Да, он когда ударился, он не плакал. Это потом, когда уже Ксюша заметила. Ксюша говорит: Макс, что у тебя там? Что за шишка? И он потом только начал уже. Он вспомнил, наверное, видимо, что у него там шишка и что он ударился. Надо убрать пылесос. А где Маргарита? Маргарита! Что ты делаешь? Чем занимаетесь? Смотри, Ксюша спит уже. Ты спать будешь? А? Спать будешь? Я пить хочу. Иди пей. Вот бутылка есть с водой, хочешь? А, не, она, наверное, старая, она тут уже долго лежит. Ну, она, наверное, наливала. Да, юникорн слайм. Вот он так вот смешается потом. Это он уже вот два дня стоит. Кстати, ребят, когда слаймики к вам идут, если они вот такие вот цветные, да, например, как вот этот. В общем, он может уже смешаться, превратиться в какой-то один цвет, я не знаю. Еще смотря, как посылка едет, либо вот так вот лежит слайм, либо вот так лежит слайм, либо так лежит. Если так, то значит весь воздух наверх поднимется, и цвета перемешаются. Поэтому, может быть, приедет вот такой вот слайм. Конечно же, не как на картинке. На картинке он весь такой, это цвета отделенные, все это. А здесь, видите, уже все смешивается. Поэтому, в общем, я списала каждый заказ, номер заказа и сколько здесь слаймов, и всего получилось
59 слайма надо подготовить к понедельнику. Ой-ой-ой, немало. Немало, немало. Очень много работы, ребят, очень много. Еще плюс надо монтировать видео, снимать, выкладывать. Все? Дай мне тоже попить. Ты представляешь себе, 59. Плюс их потом упаковать, подарочки уложить, все вот это вот пакетики, конфетки. У меня есть идея. Будем работать конвейером. Плюс я еще хочу заказать новые шармики, потому что у нас шармики заканчиваются. Тебе надо заказать. Я там всякие разные я хочу заказать. Ты должен панду еще заказать? Панду я заказывала на Wish. Я не знаю, на другом сайте их нет. Будем менять слаймы, другие делать. Не обязательно, чтобы была панда всегда. Будем новый листок делать. Когда придут новые шармики, мы сделаем новый листок. Угу. Все, давай, Ксюшка сопит. Все, пока, до завтра. Пока. Давай. Надо Ксюнечку убрать это. Так что мне. Так вот, ну, кто у нас спит? Примерно с пятницы, у нас спит всю пятницу. Угу. Мне уже можно кататься на роликах. Наверное, да. У врача спросишь. Все, пока.